Скоро твой путь озарится самой большой звездой. Может, поэтому сейчас он такой тернистый. И если тебе мерещится, что ты совершенно пустой, то, может быть, ты совершенно чистый. Увы, но чтобы построить дом, придется сносить старые ветхие доски. И страх обжигает тебя огнем, и это всегда непросто. И нет ничего страшнее начать сначала, оголяться душой и телом. Ты знаешь, сколько я об этом читала? И сколько ни разу этого не делала. И вот мой один покореженный домик стоит на другом, который уже прогнил. И я завожу там третий. Никто и не помнит, а может, десятый, сотый. Мне хватит сил. Ведь строить это прекрасно. Ведь строить не рушить. Мне нужно еще больше места для моего огромного я. Мне нравится думать, анализировать, слушать, строить дома, непригодные для жилья. И вот, наконец-то, однажды вся пирамида как рухнет, как разлетятся щепки. И я сижу, рыдаю, вся жизнь разбита. И дальше куда? Нет никакой зацепки. А дальше мой путь озарится самой большой звездой. Ведь рушить порой значит начать любить. Потом приходи, покажи всем, что живой. И расскажи, как перед рассветом не хочется жить.